магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас в видеообзоре ящик с инструментом от компании «Ята». Код товара YT38951. В наборе 80 предметов, то есть 80 инструментов. «Ята» — это польский бренд, и это профессиональный инструмент. Имеет массу положительных отзывов, и инструмент довольно популярный в Украине. Начнем с комплектации ящика. Сам ящик состоит из трех полок. Это вот у нас верхняя полка. Хочу обратить внимание, что две нижние полки, средняя и нижняя, открываются только тогда, когда вы открыли верхнюю полку. Вот таким вот способом. И начнем с комплектации. В комплекте идут пассатижи 180 мм. Рукоятки прорезиненные. Длинногубцы 160 мм. Также прорезиненные рукоятки. Кусачки 160 мм. Клещи переставные, сантехнические. Длина 250 мм. Два набора Г-образных ключей. Шестигранники и торкс с отверстием. Нож и к нему запасные лезвия в комплекте идут. Так, молоток. Длина 300 мм, вес 300 грамм. Рукоятка деревянная. На каждом инструменте, то есть кусачки или клещи, есть логотип «Ята», код товара данного инструмента, ну и тут еще размер указывается, в данном случае кусачки 160 мм. Так, средняя полка у нас, набор головок. Здесь головок 17 штук, квадрат рабочий, 1/2 дюйма. Так, размер самый маленький у нас здесь 5 мм головка шестигранная. И самая большая в наборе 19 мм. Под квадрат 1/2 дюйма. Трещотка 1/2 дюйма. Есть реверс, переключение право-влево. Быстрый сброс и фиксация головки. Как видите, она идет с изгибом, не прямая. Удобная рукоятка. Рукоятка сама комбинированная, резина, пластик. Здесь, скорее всего, обрезиненный пластик. Рукоятка разборная. Три винта выкручивать, и можно обслужить или поменять сам механизм. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Есть присоединительный квадрат. То есть сюда можете подсоединить трещотку 1/4 дюйма. Данная рукоятка применяется с битами. Биты, ну, головки из головок по 1/4 в наборе нет, поэтому только с битами, через переходник. Вставляете переходник, и вот два набора бит. Общее количество бит 20 штук. Шлицевые и крестовые биты в наборе. Убираете биту, вставляете переходник и получаете отвертку. Свечная головка. Здесь у нас на 21 мм. И набор отверток 5 штук. Крестовые и шлицевые отвертки. Так, наконечники намагниченные. Это была средняя полка. И нижняя. На нижний набор комбинированных ключей. Общее количество 12 ключей. Размеры 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. 17 и 19 ключ.
надпись ЯТА, номер по каталогу, размер ключа указывается, и материал изготовления инструмента хрома на девайс так. Гарантия на инструмент ЯТА составляет 1 год. Теперь сам ящик для переноски. Есть ручка для переноски самого набора. Запирание на металлические замки. И есть возможность также, покажу вам ближе, вот. Есть возможность повесить замок, чтобы никто кроме вас не пользовался инструментом. Вот так он выглядит впереди, видите, ЯТА и код данного ящика. Вес набора 11 кг, ширина 46 см, длина ящика 24 и высота 22 сантиметра. Напомним, при заказе, если вы оставляете комментарий или комментарий под видео, вы получаете дополнительную скидку при заказе в нашем магазине. Спасибо за просмотренный обзор. До свидания.